В это непростое время славянцы не могут остаться в стороне от поддержки тех, кто несет службу, защищая благополучие и мир в ходе специальной военной операции. Одна из форм содействия нашим воинам – благотворительный концерт, который состоялся в Первом лицее. В зале Первого лицея собрались вместе те, кто решил, участвуя в благотворительном концерте, поддержать участников спецоперации. Свою патриотическую программу представили зрителям как лицеисты, так и участники хореографического ансамбля «Меридиан» филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани и ребята из спортивно-танцевального клуба «Академия». Для лицеистов, их учителей, родителей, всех приглашенных участие в этом знаменательном концерте было очень важным. Каждый старался внести свой посильный вклад. Мы вместе планировали сделать концерт, который не только связывает два поколения, но и внедряет, что ли, дает людям понимать, что это действительно важно, это действительно необходимо, особенно в наше время, потому что... Я считаю, что людям нужна поддержка, которая защищает нас. Одни из выступающих сменяли на сцене других. Ребята пели, танцевали, читали стихи. Словом, старались продемонстрировать все свои таланты. Были и те, кто выступал не один раз на протяжении всего благотворительного концерта. Да, для меня честь принимать участие в благотворительном концерте, поддержать участников специальной военной операции. Все лицеисты сегодня показали себя. Заместитель председателя Славянского местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александр Казуб поблагодарил всех причастных к организации концерта за неравнодушие. Большое спасибо вам за сегодняшнее мероприятие. От всех, от лица «Боевого братства» Славянского района, наших товарищей, тех, кто здесь, кого здесь нет, а тех бойцов и боевых друзей и товарищей, которые сейчас находятся там за ленточкой. Сейчас там очень жарко, мы постоянно держим связь с ребятами. Последние дни идут серьезные бои, то есть проблемы, но наши ребята всегда повторяют и говорят тоже. Глубоко символично, что начался благотворительный концерт с исполнения песни «Солнечный круг», а закончился песней «Хотят ли русские войны». Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали. Всего в ходе благотворительного концерта было собрано свыше 45 тысяч рублей, на которые будут закуплены необходимые на передовой лекарства и затем доставлены по назначению. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».